never slacking, bitch, smiller, killer. Custom, custom packing, never slacking, bitch, smacking. Как говорится, катались, пора и честь знать. Тундра приехала в Эстэ Тюнинг по записи, так сказать. Договаривались на конец лета, на конец сентября примерно. Сейчас будет полная отмывочка. Кузов, естественно, внутри, снаружи отмоется вся подвеска. Конечно же, салон, хотя салон тут не убитый, там ничего, он просто грязный такой. Ну и, конечно же, подкапотка. Далее полировка. Все, короче, по школе лучшего детейлинга.